Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Доминато Спейс, и сегодня у нас будет такой быстренький, кратенький обзорчик на очередной пэк от Brick Warriors. Если вы знакомы с моим каналом, а я думаю, что вы знакомы, ну а если нет, то жмите на кнопку подписаться, ибо здесь много разных интересных видео про Лего и не только. Так что, друзья, наверное, будет вам интересно, если вы в этой тематике. Ну и давайте перейдем уже к обзору. У нас очередной пэк Brick Warriors. Brick Warriors — это компания, которая занимается созданием замечательных аксессуаров для Лего минифигурок. И это у нас аксессуары под названием Siri Watch. Сразу говорю, где их можно купить. У них есть свой сайт, откуда можно заказать, но лично я купил их в пакетик в Toys R Us. Ну и вот я вышел на природу, решил вам так красиво показать данного рыцаря. У меня их двое таких пакетиков с этой обмундировкой. Ну, минифигурка, понятное дело, в комплекте не идет, но в любом случае выглядит это очень здорово. Ну и давайте посмотрим. Значит, у него имеются вот такие вот интересные поножи, прикрепляющиеся нехитрым способом, которые, к сожалению, подвижности мешают и часто отпадывают, но в целом неплохо. Красный щит интересный, красивый. Броня такая легионерская, один наплечник большой, другой поменьше. Интересный шлем, шлем классный, мне нравится, он напоминает мне почему-то некоторых стражей из Dishonored, да и в Dark Souls похожие были. И он вооружен огромной такой секирой с пикой причем. Мне кажется, выглядит он очень-очень здорово, и можно с ним сделать пару красивых фотографий. Ну и в целом, не хотите, если вы платить за очень дорогие, бешено дорогие кастомы, замечательный вариант, вот такой вот пэк от Brick Warriors City Watch. Всем спасибо за внимание и увидимся в следующих обзорах.